Напоминаю, что пара, которая сегодня нас покинет, уже не будет участвовать в соревнованиях, и вы сможете увидеть эту пару только на гала-представлении. Ну что ж, решится все прямо сейчас. Давайте посмотрим на итоговую таблицу. На первом месте сразу три пары. Это пара Кудрявцева-Пейзера, Савичева-Бланшар и Толстая-Дмитриев. Ну а на седьмом месте, как вы, наверное, уже догадались, Яна Рудковская и Руслан Гончаров. К сожалению, именно Яна и Руслан должны нас покинуть. К сожалению, потому что, ну, я не знаю ни одной пары на этом проекте, которую бы мы отпускали без сожаления. Но, тем не менее, это соревнование, и расставаться приходится. Елена Анатольевна, по традиции, слово вам. Так получается, что остаются сильнейшие, да? Всего две программы вы пропустите, и мы снова с вами встретимся на гала. И надеемся, что вы нас поразите интересными номерами. Яна, но для вас, по-моему, это был замечательный опыт. И я надеюсь, что фигурное катание, которым вы занимались в детстве, останется с вами навсегда. Спасибо вам большое. Сегодня я не считаю, что я проиграла. Я откаталась, как я могла, потому что состояние моего здоровья было не очень хорошее. Но, тем не менее, я покидаю проект с чувством такого глубокого удовлетворения, потому что я научилась кататься лучше. Меня окружали хорошие люди, хорошие друзья. Я подружилась с очень многими людьми на проекте, поэтому спасибо всем большое. Спасибо телезрителям, которые меня поддерживали. И спасибо каналу «Россия», что они меня пригласили на столь замечательный проект. С нами были на льду Яна Рудковская и Руслан Гончаров. Спасибо. До встречи на гала-представлении.